3 червня, понеділок, відразу наших всіх глядачів, нових і постійних, попрошу поставити лайк. Звісно ж, прокоментувати, наскільки вражаючі ці кадри, тому що справді розбили дуже потужну концентрацію ворога. Що це є? Пане Романе, це завод КНАФ у місті Солодар Донецької області. Розбомбили ремонтну базу, я так розумію, влучання потужні хаймерсами і велика втрата взагалі і техніки, і для того, аби ремонтувати техніку. Донбасс, он, в принципе, это большая промзона, весь Донбасс. Солидар, естественно, не исключение, а промзоной россияне пользуются для ремонта техники, для ее расположения. То есть вот завод этот был использован россиянами, вернее, мощности завода были использованы россиянами под ремонтные мастерские. В основном это танки. Танковые мастерские, то есть уничтожение, естественно, этого, этой ремонтной базы было одной из первоочередных задач, как только мы получили достаточное количество ракет. Вот дошла очередь и до этой базы. Этих целей по Донбассу сотни, сотни еще, потому что сейчас у нас только недостаток ракет не дает возможности добраться до большинства из них. Пане Романе, також є влучання по території Російської Федерації. Про що йдеться? Каже видання Forbes, що в перші години після того, як Сполучені Штати Америки дозволили Збройним силам України бити хаймерсами по території Російської Федерації, напрямку Харкова, це важливо, зараз проговоримо, є влучання, те, що ми вчора з вами говорили, сумський напрямок Суджа, колона з 18 машин броньованих була ліквідована. Ну і в Білгороді теж концентрація сил та засобів ворога. Видно по кадрах, що прильоти теж дуже потужні, дуже якісні. Суджа знаходиться в нескольких кілометрах від границі, в нескольких десятках кілометрів від Сум. Це практично така пригранична, трансгранична область. В Судже росіяни зараз там, як мінімум, було около 3 полков, около 10 тисяч російських федерацій. Собрались с оружием, должны были выстроиться в колонны для выполнения наступательных действий в сторону Сум в Украину. Примерно та же картина, как и в районе Харькова, то есть и Волчанска. Естественно, были отслежены перемещения колонны, как только была возможность накрыть колонну, первую и последнюю машину. Стандартный прием, мы им пользуемся уже 3-й год, это как минимум, если не 10-й, потому что примерно... Также были колонны в 2014 году российских псковских десантников, когда одна колонна на вторую, одна волна на вторую накрыла, тогда точками У отминусовали половину псковской дивизии, которая к нам тогда в 2014 году на Донбасс заходила. Та же самая картина, это было и в 2022 году. Первая, последняя машина уничтожается, а дальше идет расстрел, как в тире. Так как они двинуться никуда не могут, и у них была уничтожена эта колонна вот в районе Суджи. Еще раз повторюсь, это несколько километров от границы в сторону Сум. Далі, от і в Білгороді вдарили, пане Романе, чому от зараз згадуємо ці удари? Тому що в США, передає політику, далі йдуть дискусії. Білий Дім дозволив бити по території Російської Федерації напрямку Харкова. А от Майкл Карпентер, який свого часу відповідав за питання Росії в Європі, каже, що Сполучені Штати Америки повинні дозволити бити не лише хаймерсами і не лише на харківському напрямку. Адже бачимо, завдяки тому, що є дозвіл бити по болотах, так, є якісні контрнаступальні вдалі дії біля Вовчанська і Липців. Ми захищаємося, нанося удари по російській території, по російським воєнним об'єктам на російській території, ми захищаємо свою країну. Ми ж бачимо, і весь світ це прекрасно бачить, що росіяни нападають уже 10 років, йде вторження російської армії. Разной интенсивности, но тем не менее оно однозначно идет. А не допустить вторжения в Украину по остальным направлениям можно только уничтожая военные объекты именно на российской территории. Потому, согласно 51 статье ООН, мы можем выполнять эти действия. И страны, которые, во-первых, весь мир может нам помогать в отстаивании своих интересов, в отстаивании и в освобождении своей территории. Здесь никаких вопросов вообще никому быть не может. Потому нужно довести наши отношения с нашими партнерами до такого состояния, что согласно
51 статье Организации Объединенных Наций все вооружение, их помощь и все вооружение, которое нам будет передаваться, оно должно идти без каких-либо ограничений, с одним ограничением, согласно определенных договоренностей, ведение войны согласно определенных договоренностей, которые прописаны в нескольких, как минимум в нескольких рекомендациях, и не нужно, допустим, четко устанавливать какие-то пределы. Это если только американцам хочется поторговаться с россиянами. А вот дадим 80 километров ракеты, а не дадим пока 300, чтобы вы, россияне, не дали там свои «Искандеры» каким-нибудь «Хуситам» в Йемен. Ну, вот примерно так. То есть вот так, вот если не будет этих договорников, на которые Белый дом, ну, очень сильно плодовит, то тогда передача вооружений будет идти естественным путем согласно статье Организации Объединенных Наций, согласно международных договоров. То есть до этого надо просто доводить. Естественно, удары россиянам будут не нравиться на всю глубину боевых радиусов средств поражения. Почему? Потому что даже те, которые у нас сейчас есть, 300-километровые ракеты, те же «Атакамсы», те же «Storm Shadow», те же «Скалпы», не говоря уже о наших «Нептунах», могут вынести практически логистику противника, и у них будет большая проблема и вдоль линии фронта, и вдоль трансграничных областей, так как они не смогут питать эту полумиллионную российскую армию, а так как она все-таки потребляет очень большое количество вооружений, амуниции, питания, топлива и так далее и тому подобное, то есть уменьшится как минимум экспансивність російських дій. Зараз ще харківський напрямок, пане Романе, згадаємо. Є новини з болотів. Дві потужних загоряння, детонації. В першу чергу це Новосибірська паливно-мастильна база. От бачимо кадри, здалеку видно, що горить прекрасно, і вона знищена. І також в Республіці Комі горіло НПЗ російське. Не знаю, чи то причетні наші якісь спецслужби, але, наскільки я розумію, вже з досвіду наших зведень, що це важлива логістика для росіян. Мы неоднократно говорили, в России сейчас где-то нарождается, где-то продолжается, где-то усиливаются такие центробежные силы, которые приведут в конце концов к развалу Российской империи, к развалу на составляющие ее республики Коми, это я в кавычках беру. То есть таких республик, это как минимум там 21 республика, которая входит в Россию, еще там куча округов, национальных кластеров. И, естественно, есть уже где-то партизанские отряды, где-то уже более-менее серьезные соединения сопротивления российскому террору, внутреннему террору. И уже это уже понятно, что увидели они точку приложения силы. Увидели, исходя из действий наших спецслужб. То есть санкции Малюка-Буданова, которые были наложены на российскую углеводородную отрасль, естественно, с действиями наших беспилотников, то есть мы это видели прекрасно, то есть подвигнули к таким же действиям эти силы сопротивления в каждой из республик. Почему мы слышим? То республику Коми, то Ичкерия, то Ингушетия, Бурятия. Помним, как это все взрывалось. До Якутии, вплоть до Якутии, Татарстан, Удмуртия. То есть этот весь процесс уже начался. И вот эти уничтожения на дальностях там в 3, 5, 7 тысяч километров от линии границы, понятно, что мы не достанем туда беспилотниками, это как раз уже вот эти силы сопротивления, которые четко поняли, куда нужно приложить свои силы. Уничтожить углеводородную отрасль России. Всеми силами и средствами, которые только возможно, это не даст. Это приведет к тому, что Москва будет не способна финансировать эти республики, то есть держать их на коротком поводке финансирования госпрограмм. Тогда процесс развала Российской Федерации, естественно, ускорится. Потому мы однозначно приветствуем эту работу уже внутренних сил сопротивления на территории России.
Хочу нагадати нашим глядачам, що ми продовжуємо збір. Залишилось зовсім трішки закрити ось QR-код для того, аби закрити закупівлю для 10 FPV-дронів. Це дуже важливо, тому що дрони, ще раз дрони, стають з кожним днем ще важливішим фактором і чинником на цій визвольній війні. Тому давайте ми оперативно закриємо цей збір. Пане Роман, до речі, про дрони і про напрямок Харківський. Знову ж таки, ворожа армія, їхні контрактники, такий собі Андрієв з 5-ї роти 1009-го полку, він розповів, як відбувалися наступальні дії на Вовчанську. Він каже, що в перші дні, очевидно, у нас не було озброєння, ми били по них мінометами і Баба Яга, оце от потужна штука наша, безпілотник. І каже, що їх кидали на міцні штурми, зараз у нас вже з'явилося озброєння, і він озвучує втрати, що зі 100 чоловік виживає орієнтовно лише 12. Це дуже потужні, ні з чим не співмірні втрати. Это еще говорит о том, что россияне выводят на линию боевого соприкосновения, до сих пор выводят неподготовленные войска. Эти 10%, ну пусть 12, как говорят россияне, пусть 12, это 10%, это так называемый естественный отбор. При наборе в армию, при наборе на выполнение боевых задач, если проводится непрофессиональный отбор, то есть нет профкомиссий, берут всех подряд, это так называют, то как раз выживают при выполнении боевых задач 90%. Вернее, 90% гибнет, 10% выживает, остаются 10%. Вот этот естественный отбор, так называют. Это можно отбирать, почему я сколько раз, миллиарды раз это говорю. Не все могут воевать. Если брать с точки зрения общего количества населения, 1%, ну это если считать со всего населения, начиная от грудничков и заканчивая стариками, 1% от населения может выполнять боевую задачу. Если брать, допустим, уже не отобранных, а по крайней мере попадающих в градацию от 18 до 60, то 10%, если всех собрать, 10% может воевать, 90% не может, они гибнут. И потому здесь варианта два. Либо их отсечь еще до захода, то есть есть определенные механизмы, как можно отобрать психологические тесты, контроль действий и так далее и тому подобное. Профкомиссии прекрасно понимают. Как можно отобрать 10% из зашедших 100, то есть 10%, 10 человек из сотни, которые пришли, 90 их нужно отбраковать еще до захода. Иначе их отбракует линия боевого соприкосновения, они просто погибнут. И вот россияне это постоянно показывают. Наши цифры мы их не показываем, но если честно, то исходя из общих формул войны, они примерно такие же. Если неподготовленных, немотивированных, непрофпригодных людей выводить на линию боевого соприкосновения, а особенно штурмовать в режиме штурмовых, 90% гибнет, 10% остается. Да, эти 10% – это тот 1% от общего количества населения, которое может воевать, или 10% с определенными временными рамками. Они остаются, они выживают. Почему? Потому что у них есть внутренние некоторые механизмы, которые зашиты еще в генетической памяти. Но 90 человек погибает из сотни. Если подход идет вот такой мобилизационный, как сейчас, когда всех из-под палки пытаются загнать, поставить строй. Невозможно человека, который не может воевать по своим генетическим расположенностям, невозможно его научить воевать. Просто невозможно. Так же, как невозможно научить летать. Один из тысячи летать может на истребителе. Один из тысячи. Вот если брать по таким же меркам. Потому этот подход должен быть, я сразу на нас экстраполирую, он должен быть чисто именно с профессиональной точки зрения. То есть иначе будет та же самая ситуация, как у россиян. То есть у них уже, кстати, уже заметно это. У них уже, если так говорить, ну, в принципе, о российском этом федеральном мясе можно об этом так говорить. То есть у них вот такой подход, он уже видно, выход этого российского мяса, выход на линию боевого соприкосновения идет с очень большими профессиональными погрешностями. Мы это видим прекрасно уже, в том числе и по российским комментариям.
Пане Романе, якщо говорити про наші міжнародні контакти, зараз Володимир Зеленський перебуває з візитом за межами України, Філіппіни відвідує, і що відомо, що він також контактував з Сінгапуром. Сінгапур став на сторону добра, він підтримує формулу миру. Наскільки важливий цей візит в Філіппіни? Конечно, очень важен. И Сингапур, и Филиппины. Это же как раз подбрющие Китая, если можно так сказать. Филиппины – это вообще островное государство, 100 миллионов человек. Вот на этих островах живет 100 миллионов, примерно столько же, сколько в России. То есть примерно вот соотношение населения. Но еще чем важны Филиппины. Если хватит смелости, мудрости нашему военно-политическому руководству и работы дипломатических служб, так после Филиппин Зеленский должен быть на Тайване. Там до того Тайвань, это же как раз общая гряда. Это Филиппины, острова Тайвань, островы сразу Китай. То есть вот они примерно рядом, там залив там, переплыть или там перелететь, неважно. Надо обязательно появиться на Тайване. Если есть еще сейчас возможность как-то внести корректировку в эту поездку, вот сейчас они на Филиппинах, это на 100% нужно сделать. Почему? Потому что такое Тайвань? А Тайвань – это часть Китая. Это китайский остров, китайская республика Тайвань, им так и называется. Не китайская народная республика, где там Си Цзиньпинь оккупировал власть, а это китайская республика Тайвань, на которой живут китайцы, которые избрали законно избранного президента на демократических выборах вот в январе этого года, вот уже шестой месяц или пять месяцев, шестой. И однозначно надо его поздравить, во-первых, с избранием, потому что это единственный демократически избранный президент Китая, части какой Китая. Это раз, во-первых, показать Китаю, ну, в конце концов, высказать свое фе Китаю за то, что он участвует в войне против Украины. Китайское оружие, китайские боеприпасы, китайские узлы, агрегаты в российском оружии убивают украинцев каждый день. И это надо четко показать. Причем именно с Филиппин на Тайвань. Тайвань, Лай Цзиньдэ, президент Тайваня, он однозначно встретит нашу делегацию. Или Уильям Лай, если так на английский манер его называют. То есть и поздравить одно, и пригласить, и в конце концов открыть в Украине представительство Тайваня, консульство, как угодно, то есть посольство Тайваня даже можно, и открыть свое посольство на Тайване. Потому вот это движение, сейчас это сделано на Филиппинах очень правильно, очень грамотно. Почему? Потому что Филиппины, они такие американо-ориентированные. В свое время Филиппины были испанской колонией, потом под протекторатом Соединенных Штатов, вот где-то, по-моему, с 1946 года они получили независимость, но до сих пор остались привержены демократическому устройству. Естественно, поддержали в 2014 году Украину в ООН, тогда, когда россияне напали на нас, то есть выполнили свою демократическую задачу в этом смысле. Потому вот с Филиппин очень важно попасть на Тайвань. Ну, посмотрим в течение суток, посмотрим, хватит ли политического мужества выполнить эту задачу. Понятно, что Китай разорвет, так сказать, от таких действий, просто разорвет на куски. Но это надо делать, потому что Китай – это та же Россия. Пане Романе, і по наших партнерах, от так виглядає, що те, що не дозволили Залужному, дозволили Сирському. Тому що BBC передає наступне, що Франція дозволила бити своїми ракетами, це Скальп або Storm Shadow, та британський, по території Російської Федерації. А ми розуміємо, що це є доставання аеродромів, як в Курській, в Білгородській області в тому числі. Наскільки це може змінити хід війни саме на півночі нашої країни? Вот я бы пока не говорил, что там разрешили или пока не выполним задачу. Вот можно точно на 100% говорить, что у нас нет запрета на использование тех же хаймерсов по российской территории. Почему? Потому что есть уже практически 100% подтверждение, в том числе и россиянами, ударов ракетами Н-31 по российской территории. Это дальность 80 километров. Хаймерс, тут вопросов нет. Есть подтверждение работы, допустим, тех же вампиров чешских по российской территории дальности 40 километров РСЗО «Град».
Естественно, работа артиллерии тут уже ни у кого не вызывает сомнений. ПЗРК, артиллерия, то есть это все армейская дальность. Так вот, нет пока подтверждения ударов на дальности там больше 100 километров. Мы еще ни одну стартовую установку С-300 под Харьковом не уничтожили. Потому информационный поток, этот информационный шум, его пока надо воспринимать как информационный шум. Он по-разному может быть направлен с разными задачами, вплоть до того, чтобы вывести там россиян из равновесия или из терпения, или посмотреть на их реакцию. Иногда бывает информационный поток так создается. Так вот, пока не будет ударов, подтвержденных ударов, пока об этом лучше не говорить, как о свершившемся факте. А ударить, допустим, по любому аэродрому, Storm Shadow или Scalp, это дело часов. Прогрузили мозги ракеты целью, летчик получил полетное задание, подготовился, вывел ракету на пусковой рубеж, пуск ракеты, и она пошла, и тут же мы бы это увидели и услышали, потому что подтверждение было. Потому без этого подтверждения пока как о факті, об этом лучше не говорити. Є подібна заява в одному з телеканалів німецьких. Про неї прямо сказав глава німецько-українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесвера Крістіан Фройдінг. Сказав наступне, пане Романе, що Німеччина начебто дозволяє Україні збивати німецькими патріотами, які вони нам передали, авіацію Росії на її території. Опять же, хорошее заявление. Однозначно мы его поддерживаем. То есть спасибо большое даже просто за заявление. То есть оно все-таки увеличивает давление на те структуры, которые принимают решения, так как это является таким общим мнением уже, по крайней мере. Но опять же, действие. Вот когда Патриотам снесли 5 бортов за определенное время, за несколько десятков минут, над Клинцами, Су-34, Су-35 и 3 Ми-8. То есть тогда это было четко понятно. Было разрешение, не было разрешения, но снесли. И именно Патриотам дальность такая, что другая машина просто бы их там не взяла. То есть вот когда вот такие будут подтверждения, упал Су-34 с КАБами, упал Су-35, который прикрывал Су-34 под Белгородом, то есть дальность уже как минимум километров 50-70. Вот тогда можно четко говорить, что там работает Патриот или какая-то другая установка, допустим, тот же СМТ. Это тоже может быть. СМТ возьмет на этих дальностях. То есть пока действий не видно. Я вот о чем говорю. Еще раз большое спасибо за поддержку, за создание информационного потока, белого шума в том числе. Но действий пока нет. Нет ни Патриотов, нет ни сбитых самолетов. А КАБы как летели на Харьков, так и летят. І це справді так воно і є. Пане Романе, до речі, в нас є відео, як наші оборонці влучають і нищать міста С на Запорізькому напрямку, наскільки геолокаційно було підтверджено. Загалом міста – це серйозна зброя і одна з основних серед артилерії Російської Федерації. Так и есть. Это одна из основных САУ российских, причем она в связке работает с теми же «Орланами». Очень такая серьезная связка получилась, вот эта пара МСТС и «Орлан». Работа в онлайне по нашим позициям, то есть это очень серьезный противник в контрбатарейной борьбе, потому для нас очень важно как раз уничтожение и самих МСТА, то есть само САУшку. А вот мы сейчас его видели. И уничтожение в том числе глаз российских орланов. То есть это тоже одна из таких серьезная беда для нас. До речі, про орлани. Кажуть, що наші Збройні Сили України, вони новатори ще ті. Згадуємо Магу РАВ-5, де вони ставили системи залпового вогню, кулемети, Баба-Яга з кулеметом. І от зараз кажуть, що наші активно розробляють, і є вже перші успіхи, є фото-відео підтвердження того, що наші оборонці, пане Романе, використовують вітчизняні зібрані БПЛА, аби саме боротися проти орланів і зали. Я пригадую, ми з вами говорили, що орлани долітають дуже глибоко, навіть над Дніпром, над іншими містами України, можуть зондувати і дивитися на міста зверху. Это основной механизм россиян в разведке, до разведки, корректировки огня, причем огня разного, и той же МСТ,
То есть армейская артиллерия, корректировка авиационных средств поражения, тех же ракет и наземных пусковых установок, тех же «Искандеров», то есть баллистических ракет. Потому «Орлан», конечно, это очень такая серьезная беда для украинских вооруженных сил и украинского тыла в том числе. И потому все механизмы, которые только возможны для уничтожения именно этого беспилотника, должны быть задействованы. Вот вплоть до того, мы как-то с вами вообще говорили, уничтожать «Орланы» штурмовиками. То есть там, где есть пулеметы, тот же «Эмбраер» бразильский. Но сейчас уже с Бразилией не сложилось, я так понимаю. Все-таки в БРИКСе состоит, и вряд ли бразильцы нам «Эмбраеры» передадут, эти «Тукана». Хотя их уже американцы делают, то есть можно как-то через Америку их подтянуть. Один из таких самых лучших способов уничтожения именно беспилотников, такой «Шахедов» и «Орланов», это как раз с помощью легкомоторных самолетов с пулеметом, это очень важно, и с системой наведения, лучше ночной, то есть так как ей можно еще и выполнять боевые задачи ночью. Потому, а пока, по крайней мере, у нас такого возможности еще нет, я надеюсь, будет. Тогда очень много летчиков может выполнять боевые задачи на истребителях, уже не допустят, допустим, по разным позициям, по времени, по годам, по здоровью, а, допустим, на тех же легкомоторных самолетах еще можно пройти, и, в принципе, десятки, а то и сотни летчиков, которые могли бы выполнять эти задачи по уничтожению этих глаз противника. Вот, тем не менее, сейчас подводится еще один из механизмов, сейчас противодействие беспилотниками, уже нашими беспилотниками против российских беспилотников. Действительно, есть несколько механизмов уничтожения беспилотников прямого, то есть в режиме камикадзе, в режиме там отстрела сетей, в каких-то других средств поражения. То есть механизмы это можно найти, надо щупать, вернее, даже не так. Надо использовать все. Не должны глаза российские висеть над нашей территорией. Максимальное использование систем уничтожения, причем включая и над городами. Почему? Потому что наше ПВО боится уничтожать российские «Орланы», когда он заходит на город. Заходит «Орлан», допустим, на Запорожье, или заходит «Орлан» на Киев или на Харьков и висит, то есть корректируя огонь. Так его лучше сбить, включить систему, режим тревоги, сбить «Орлан», по крайней мере, ни «Искандер», ни «Кинжал», ни ракета не прилетит. Ну, это так надо делать, и ПВОшникам надо перестать бояться. Це большая проблема для нас. Пане Романе, з 1 червня Буданов, його головне управління розвідки, запустили в роботу портал «Війна та санкції». На ньому публікують інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії. Наскільки ви вважаєте, це буде дієве для того, аби висвітлювати спонсорів війни і агресію Росії? Есть несколько механизмов противодействия россиянам, партизанские так называемые, либо спецслужбистские. Вот один из них – это свободная охота так называемая, но для нее надо определенные цели указать. То есть те же партизанские отряды в Коми, допустим, в Бурятии, в Ичкерии, им надо целеуказание без связи, так сказать, с центром. Для чего? Потому что эту связь российские спецслужбы могут отследить и очень быстро, допустим, найти исполнителя. А когда этой связи нет, когда целеуказание может вестись с помощью всеобщих, так называемых, порталов, вот ГУР очень правильно это придумала. Санкции Малюка Буданова в действии. Сами не могут достать, допустим, по разным причинам беспилотники пока летают там до 2000, 1800 километров, вот последние были. А нам надо уничтожать глубину российской территории до 7-10 тысяч километров. А это могут те группы, которые местного сопротивления, но им надо четко показать цели. Так вот это, я думаю, портал это и будет таким себе целеуказанием. То есть санкции Малюка Буданова, наклеенные на столбе в интернетном, к ним подключатся уже на выполнение боевой задачи, к ним подключатся и эти местные силы сопротивления, потом уже там после победы над российской армией, после развала Российской Федерации, я думаю, награды
ГУРа, награды контрразведки, службы безопасности, они своих героев найдут после подтверждения, после определенных манипуляций, которые проводятся при подтверждении. То есть вот это довольно-таки хороший ход. Главное управление разведки не побоялись, хлопцы молодцы. Ну куда нам уже бояться? У нас война на уничтожение сейчас идет, потому что нам не до боясь. Хороший ход и такой серьезный момент. Главное, чтобы он не превратился в механизм коррупционный, то есть за снятие с этого столба позора, чтобы не стали требовать деньги. Вот это самое главное, иначе пойдет такой довольно-таки плохой, пойдет негативно такое действие. Пане Романе, от представник Пентагону, координатор нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі каже наступне. Я так розумію, що це в світлі дозволів, не дозволів бити по території Російської Федерації, вступу в НАТО, тому що він каже, Байден не хоче бути відповідальним за розв'язування третьої світової війни і не має наміру конфліктувати з Російською Федерацією. Дело в том, что именно Байден вместе с Обамой, со своим тогда хозяином в 2014 году, они ее и начали уже Вторую мировую. Именно в 2014 году, ну и по крайней мере она там может раньше началась, в 8-м нападением на Грузию, но так реальное вторжение россиян, на этом практически Третья мировая, там по счету она может быть уже четвертой, то есть если считать там холодную, это неважно. Очередная мировая война, она как раз началась в 2014 году и как раз из-за бездействия, или, может быть, наоборот, действия Байдена и Обамы. То есть вот этой сладкой парочки под управлением еще Клинтона, это общая администрация. Потому Байден уже ответственный, конкретно ответственный за начало следующей мировой войны. Это он может стать, если бы захотел, он бы мог стать как раз тем, кто ее закончит, эту Третью мировую, уничтожением российской армии на нашей территории. Но для этого надо достаточное количество вооружений, для этого надо серьезные санкции, а не малевание глазок и губок друг другу. То есть нужны серьезные действия, а он уже ответственный. То есть он может как раз и в мир иной уйти, как, не дождавшись ее завершения. Пане Романе, і от, власне, в грецькі видання передають наступне, що перший льотчик-офіцер повітряних сил Греції вже прибув у Київ для того, аби навчати українців оперативно використовувати винищувачі F-16. Наскільки справді це може прискорити, наскільки це доцільно відправляти інструкторів, льотчиків в Україну? Ну, сам інструктор, тому знає, що це таке. Підготавлювати сразу нужно було не льотчиків, а інструкторів. То есть начинать с подготовки летчиков-инструкторов, а потом продолжать подготовку уже на нашей территории. Единственное, что могло подвигнуть наше руководство готовить летчиков непосредственно, это уверенность в том, что нам дадут инструкторов. Ну, то есть вот такие летчики, как летчик-инструктор греческой армии, вот их будут использовать в Украине. Но однозначно инструкторский состав должен быть подготовлен. Хотя бы две эскадрильи должно быть подготовлено летчиков-инструкторов. Сейчас готовят, ну, без этого никак. Почему? Потому что любой командир эскадрильи, вплоть командир, замкомандира эскадрильи, да, вплоть до командиров звеньев должны иметь инструкторские допуска, они должны своих летчиков, во-первых, провозить и контролировать. Есть некоторые контрольные полеты по курсу учебно-боевой подготовки там раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца для проверки боевого, то есть для проверки пилотирования и боевого применения, которые должны выполнять руководящий состав эскадрильи, а это значит, у них должны быть инструкторские допуска. Но надо подготовить конкретно целую, хотя бы, ну, даже хотя бы эскадрилью, хотя бы 12 летчиков-инструкторов у нас должно быть именно по со всеми инструкторскими допусками на F-16. Ну, для этого надо еще, конечно, спарки получить, то есть F-16. Ну, вот один из механизмов – это передача нам, допустим, тех же натовских инструкторов. Их очень много. Поверьте, сам знаю прекрасно. Их много, причем много и в действующей армии, и на пенсии. Те, которые уже поуходили, но они по своему здоровью или там по возрасту могут выполнять инструкторские задачи, потому их надо сейчас приглашать. Да, это дорого стоит, но поверьте, лучше 10-12 эскадрильи уже иметь, допустим,
инструкторов, которые всю свою жизнь учили истребителей в американских или других натовских армиях, чтобы они здесь у нас учили наших летчиков на наших базах. Это будет быстрее. Переучить летчика на нашей базе, имея тренажер летчика, он у нас уже есть, достаточно 3 месяцев. 3, не года, а 3 месяцев. Только для этого надо было еще раньше, опять же, надо было, как всегда, надо было в летных училищах, в ХУПСе у нас сейчас был Харьковский институт вооруженных сил, там нужно было вводить целое направление изучения технического английского языка. Мы сейчас столкнулись с той проблемой, что даже знающие английский язык пилоты технического языка ж не знают. Им надо еще несколько месяцев. Технический английский учат больше, чем переучиваются на самолет на F-16. Потому это надо все вводить в учебную программу, но это опять кто будет заниматься? Летчики могут заниматься, то есть летчики это понимают. ПВОшники это не поймут, у них этой задачи не стоит. Потому, ну, опять возвращаемся к руководству воздушными войсками, ПВОшников и вообще отсутствием у нас военно-воздушных сил как таковых, которые еще Кучмой были уничтожены в 2004 году. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 3 червня, понеділок, обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, формулюйте свої питання, конструктивні ми читаємо і вводимо їх в наше зведення. І, звісно ж, підписуйтесь. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24 каналу.